К другим темам. В Минске в эти дни проходят 7-е белорусские рождественские чтения. Тема форума – «Откупили крещение к вершинам религиозной мысли. 1030-летие основания Полоцкой епархии и 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского». Открытие чтений состоялось в Белом зале храма-памятника в честь всех святых и в память о жертвах спасению Отечества послуживших. В центре внимания форума – духовное и религиозно-философское наследие Белой Руси, его значение для социокультурной и нравственной жизни современного белорусского общества. В подготовке чтений были объединены усилия церкви и государства в лице представителей Министерства образования, культуры, информации, здравоохранения, труда и социальной защиты, Национальной академии наук Беларуси, ведущей научных и образовательных центров. Тесное сработничество позволяет не только обобщить опыт, но и наметить конкретные пути углубления сотрудничества во всех сферах взаимодействия. Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, чтение проходит в формате прямого общения и онлайн-трансляций. Открывая представительский форум, митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, обратил внимание на то, что в нынешнем году тема чтений посвящена истории духовного становления нашего народа, раскрывает непрерывность его христианской традиции. Дорогие участники рождественских чтений, обращение к многовековой истории нашей земли, духовному опыту ее подвижников призвано еще раз привлечь внимание белорусского общества к необходимости утверждения в народе традиционных духовных ценностей, создания условий для их передачи будущим поколениям. Ведь построить сильную страну с нравственным здоровым обществом возможно лишь на духовном фундаменте, который был заложен в 992 году от Рождества Христова основанием Полоцкой епархии, 1030-летие которое мы будем праздновать в предстоящем году. Поэтому так важно продолжать соработничество, нести наше общее служение во благо народа и процветание Отечества.